Вторая в этом сезоне игра премьер-лиги закончилась для «Энергии» поражением. На этот раз в Екатеринбурге наша команда встречалась с одним из фаворитов турнира – командой УГМК. Неожиданно для хозяек площадки первая четверть прошла почти на равных и закончилась со счетом 16-14 в пользу УГМК. Последующие два периода хозяйки паркета увеличивали отрыв, но наша команда решила не сдаваться и сыграла последний период в ничью. Окончательный счет встречи 74-49. Очень агрессивно сыграла защита «Энергии». У хозяев площадки 23 потери мяча при наших 19.